Выехали на природу. Ну как же, лето идет, надо хотя бы немножко побыть, хотя бы на наших местных озерах. Вот она, наша Безлюдовка. Такой райончик, поселок, и здесь вот такое озерко. Его уже немножечко так облагородили, настроили здесь всяких баз отдыха местных. И это правильное решение, потому что со временем еще, может быть, труднее будет выехать за границу, выехать к морю. Я, может быть, пессимистически к этому отношусь. Вот. А так вот совсем рядом сели в машину, приехали. Вот. Да, и вот такие моменты, как на природе шашлычок. Вот он, процесс идет приготовления. Маринад у меня где-то есть в каком-то видео. Здесь красивые сосновые деревья. Как-то они сохранились здесь. И воздух хороший. А вот просто красавицы березки. Посмотрите, какие. Так, еще немножко. Будет хороший жар. И будем жарить. Вот готовы наши шашлыки. Гляньте, какие красивые, ароматные, сочные. Буквально минут 10-15 мы здесь подымили, и все готово. Сейчас будем наслаждаться.